не игнорируйте это видео и досидите до конца. Аминь. Мои возлюбленные, я вижу ваши усилия, вашу преданность и ваши поиски смысла и цели. Я хочу напомнить вам, что вы – божественное творение, созданное с любовью и имеющее уникальное предназначение в этом мире. Возможно, вы сталкиваетесь с трудностями, неопределенностью и препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. Но я хочу призвать вас никогда не сдаваться, не терять надежду, потому что я – Бог, который делает невозможное возможным. Нет границ тому, что я могу совершить в твоей жизни, если ты доверишься мне и позволишь мне направлять твои шаги. Знайте, что жизнь – это путешествие со взлетами и падениями. У вас не всегда будут ответы на все вопросы, вы не всегда будете понимать мои пути. Но именно в испытаниях ты обнаруживаешь свою внутреннюю силу, способность преодолевать трудности и мою благодать, которая поддерживает тебя. Посреди трудностей вы растете, взрослеете и становитесь более стойкими. Я понимаю моменты, когда вы чувствуете себя удрученными, когда жизнь кажется слишком тяжелым бременем на ваших плечах. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Я рядом с вами, готовый окутать вас своей любовью и заботой. Я Бог, который вытирает ваши слезы, утешает ваше сердце и дает вам новую надежду. Когда вы чувствуете себя обескураженным или неспособным, вспомните, что я вложил в вас уникальные дары, таланты и способности. Я дал вам все необходимое, чтобы вы могли справиться с трудностями и достичь своей мечты. Не недооценивайте свой потенциал, ведь я наделил вас силой совершать великие дела. Однако помните, что истинный успех – это не только материальные достижения или внешнее признание. Настоящий успех заключается в том, чтобы жить в согласии с моей волей, любить других и распространять доброту, меняя этот мир к лучшему. Я хочу, чтобы вы находили радость и цель в служении другим, в том, чтобы быть светом среди тьмы. Комментируйте «Я верю», если вы верите. Иногда может показаться, что трудно поддерживать пламя надежды, особенно когда вы сталкиваетесь с тяжелыми временами или моментами уныния. Но я хочу напомнить вам, что даже в самые темные моменты я – свет, который сияет и рассеивает тьму. Я – сила, которая поддерживает вас и ведет вперед. Доверьтесь мне и позвольте моему присутствию осветить ваш путь. Никогда не забывайте, что вы любимы без всяких условий. Неважно, что вы сделали, неважно, каковы ваши недостатки или несовершенства, я люблю вас такими, какие вы есть. Я прощаю вас и готов каждый день давать вам новый шанс. Примите мою обильную любовь и благодать. Позвольте ей заполнить все пустые места в вашем сердце. Когда вы чувствуете слабость или уныние, ищите убежище во мне. Я – твоя крепость и безопасное убежище. Помни, что я всегда наблюдаю за тобой. Я знаю каждую деталь твоей жизни, каждую мысль и каждое чувство. Ничто не ускользает от моего внимания. Даже в те моменты, когда ты чувствуешь себя невидимым или незначительным в глазах всего мира, я вижу это, я безмерно ценю это. Ты – драгоценная часть моего творения, и у меня есть особая цель для твоей жизни. Когда на вашем пути возникают сомнения и неуверенность, обратитесь к моей мудрости. Я дам вам понимание и ясность. Доверься моему руководству и планам, которые я имею для тебя. Я всегда веду тех, кто доверяет мне, по путям мира и целостности. Во времена невзгод, когда бушуют жизненные бури, помните, что я – Бог, успокаивающий бурные воды. Я могу принести мир в ваше сердце и утешение в вашу душу. Доверьтесь мне, даже когда обстоятельства кажутся неблагоприятными. Я больше, чем любая проблема, с которой вы можете столкнуться, и моего присутствия достаточно, чтобы преодолеть любые трудности. Никогда не забывайте, что надежда –